Всем привет! С вами Ярославна, и сегодня я вам покажу, как выглядит вот такой подарок премиум класса изнутри. Привет! Это подарок коммерческой организации, очень красивый. Давайте посмотрим, что тут есть. Тут такая шапочка у него завязанная. Мы ее развяжем. Вот так он открывается. Подарок. Хорошо, что тут есть? Так, полезно смотреть. Ой, как вытащить. Ага. Так, с Новым годом. Вот такой магнит с символом наступающего года. Год свиньи, год поросенка. Мы его сразу можем положить. Какие у нас здесь есть конфетки? Метеорит. Батончик. Хорошо. Картошка. Я думаю, всем знакома. Такие пирожные у нас есть, да? Что у нас тут еще? Черника. Хорошо. Батончик кокосовый. Так. Дедушка Мороз, что ты нам еще припрятал? Любимая поляна. Так. Вкустена. Арахис. Легкая карамели. Метеорит. Вкустена. Грильяж кедровый. Батончик кокосовый. Букет ландышей. Ой, что-то тут развязалось. Я прям сейчас съем. Фрутмикс. Как выглядит. Ну, прекрасно. Так. Фиолетовая начинка. Так. Суфле, шоколадная клубника. Букет ландышей. Батончик кокосовый. Фрутмисс. Такой же, который был развернутый, только это, видимо, красный, клубничный. Амта. Нежность. Любовью. Фрутмисс фиолетовая. Такая же, как я съела. Пустена. Батончик кокосовый. Так, а это что? Сказочный. Русская. Амта. Нежность с любовью. Золотое. Что-то там. Что-то золотое. Так, это что? Шоколадные конфеты просто называются. Хорошо. Допустим. Допустим. Ой, опять фрутмисс. Фрутмисс что-то вся прям разворачивается постоянно. Ну, это сами производители конфет. Виноваты. Путь каравана. Наверняка что-то там с вафлей. Обычно такое черт бывает. Так. Любимая поляна. Опять ландыши. Вот. Так. Флёр. Кто любит флёр? Ой, еще одна флёр. Замечательно. Ну-ка. Амта. Все производство вам тоже, как я вижу. Хорошо. О, какая конфетина. Чернослив. Такой еще нам, по-моему, не попадалось. Типа Кураги Ивановны или что там бывает? Арахис Петрович. Может быть, нет.
Чернослив, ладно. Так. Угу. Букет ландышей. Ландыши. Тематика, видимо, этого подарка. Так, что это у нас? Буратинины денежки. Замечательно. Еще не попадалось. Флёр. Только флёр какой-то коричневый уже. Оранжевый. Снова картошка. Шоколадная картошка. Суфле в шоколаде черника. Ой, что это я вытащила? Грильяж. Грильяж, нарисованы кедровые орешки. Замечательно. Путь каравана уже был. Фрутмис. Зелененькая. Снова грильяж огромный. Кутена. Грильяж. Конфеты. Судя по всему, это курага, наверное, будет, что ли. Хорошо. Шоколадная конфетка. И что еще? Кустена. На дне осталась последняя конфетка. Угу. Шоколадная. Вот. Мне очень понравилась такая укладочка в форме Деда Мороза. Дед Мороз у нас такой с блестками. Может, тут не очень хорошо видно камеру, но это все блестки, и они красиво так блестят под елочкой. Дед Мороза можно поставить, даже когда подарок вы съедите, он будет замечательным украшением, игрушечкой такой. Ну вот. Вот все содержимое, которое было. Которое было. Сейчас попытаюсь вам увидеть резкость. Ага. Вот. Конфетки. Все замечательные конфетки. Все вкусные. Не заметила, по-моему, совершенно карамелик. Это подарок премиум класса, на нем было написано. Да. И меня очень порадовало наличие вот такого магнита. Это магнит. Для холодильника с символикой наступающего года. Всем пока. С вами была Ярославна Громакина. Блог наши дети.ру.